Всем привет! Сейчас я нахожусь в Краславе, сегодня суббота, вечер. Мы приехали сюда прибрать кладбище, могилку, точнее, прибрать. И сегодня в Краславе вечер свечей, соответственно, привезли свечи, поставили. Ну и решил вот к вечеру ближе уже записать начало видео. Что особо сначала нечего было снимать. Ну что, мы приехали в Краславу, ну пошли на кладбище, ну это уже не стоит снимать. Вот, ну и заодно сейчас покопался, пока жена пошла в аптеку, покопался в настройках и решил попробовать снимать видео в 2К качество, 2,7К. Потому что в 4 я не буду снимать пока, потому что это занимает очень много памяти и очень тяжело тогда с видео работать, обрабатывать его и все, когда очень много весит видео. Чем лучше качество, тем оно лучше, больше весит, из-за этого трудно с ним работать, очень все долго тогда. И YouTube я заметил, вот мне тут тоже подписчик один жаловался, что качество очень плохое. Но я сейчас посмотрел, много кого даже я смотрю, у кого охеренное качество снимают. Короче, YouTube срезал всем качество видео. Так что, ну, попробуем пока снимать в 2К. Ну что ж, а сейчас мы будем отправляться домой с Краславы. У нас уже понедельник. И отвез я дочку в Резекне в школу. И сейчас уже лечу на работу. В воскресенье я ничего не снимал. В воскресенье я занимался по дому. Ну, как по дому. Пришлось все равно заехать в магазин, там дочке некоторые вещи докупить в школу. Потом дома подмазывал печку, штукатурил. Вот. И уже по-темному установил новые подшипники на прицеп для автомобиля. Теперь уже подшипники готовы. Осталось вот купить для прицепа фанеру. Надо заменить, что она проломана. Потом посмотреть, проводку сделать, провести новую. И можно будет гнать на техосмотр. Ну, хотя бы, что уже подшипники поменял, хотя бы, если по месту что-то где-то перевести, уже можно. Все ж уже, ну, подшипники заменены, они-то там так трещали. Ну, теперь хотя бы можно, если где-то тут под деревней, его использовать. Ну, а сейчас едем на работу. Возможно, хоть что-нибудь поснимаю на работе. Так, выходные вообще незаметно пролетели. Шестая летает, вообще молодец. Вот сейчас в Резекне, с Резекне и лечу на работу, вообще красота. Ту-ту-ту. Пока без нареканий. Единственное, вот, что потрясывает, даже камеру должна сейчас потряхивать. Заехал на мойку, помыл машину и плохо промыл диски. Теперь колеса колбасит. Но я думаю, что на работе возьму керхером, хорошенько промою. Все равно уже скоро переобуваться на зимние колеса. А еще надо 2 докупить, все, я забываю. Вот и сейчас в Резекне наезжал, надо было просто поискать 2 колеса докупить. Брать я буду бэушку на новые, пока денег нет особо. Двигаемся на работу. Мы уже и на работе. Сейчас небольшой перекур, все подготовили. Все подготовлено у нас. Мы сегодня должны добить эту кучу, засыпать вот так вот в мешки. Ставим на палеты. Сейчас перекурчик, кофейку. И в бой. Сегодня мы это точно уже закончим. Мешков 5 еще и все. Вот такой у нас дизельный генератор.
на дизеле. О! А мы солярки забыли залить. О, блин. Заводится он просто. Это положение сюда и ключ на старт. Мы стартерный. Есть, конечно, и дергалка. Надо тогда тут декомпрессор включать и заводить. Но очень руками его тяжело прокручивать, как он дизельный. Вот так. Сейчас бы его подзаправили. Ну, красненькая появилась. Почти полбака. Ну что ж, сейчас будет грохота. Так, тут все включено. Ключ на старт. Поехали. Даже дымить не будет. А мы идем заводить трактор еще. Включаем массу. Нажимаем сцепление, выключаем скорость, добавляем газу. Нажимаем на. О, завелся. Пусть погреется немножко. Ну что ж, насыпаем теперь следующий. Помню, только дымок с глушителя трактора заглушил, а дымок до сих пор идет. Все, пойдем лопатить.
Но вот такая небольшая кучка у нас осталась. Ну вот небольшой перекурчик, кучка вообще маленькая осталась. Надеемся, залезет в последний мешок. И, соответственно, пьем кофе. Я теперь ношу с собой два термоса даже. Один с кофе, другой с чаем. До обеда пью кофе, после обеда пью чай. Сейчас перекуриваем и последний рывок. МТЗ. МТЗ. Возможно, он зимой будет продаваться. Мы его подремонтируем, берем все подтеки его. И возможно. Но не точно. Вот столько мы зерна перекачали. Последний. Все, чистенько. Сейчас ставим сюда. Едем либо плуг цеплять, либо прицеп цеплять. Все. Едем работать дальше. Ну вот, я уже и дома. Вот мы прицеп вчера по-темному собирали. Все собрали. Все, теперь не болтается. Заменили все подшипники. Все теперь суперски. Теперь останется купить сюда такие уголки, прикрутить. Вот типа этого. Только потолще и во всю длину пустить. Они тут вон какие борта жидкие. Совсем все жидкое. На уголки просверлить будет дырочки и на болтики поскручивать. И купить лист фанеры сюда. Заменить. Даже мусор не чищу, листья. Нет смысла. Все равно это все надо будет разбирать, снимать. Ну и провода поменять. Так, еще я сегодня приобрел. Буду дома ставить. Сейчас покажу. Дюшечка. Вот такие лампы. Тоненькие, классные. Светят они очень ярко. Кому вот интересно, на 40 ватт. Сейчас пойду домой устанавливать их. Четко. Ну, 40 ватт всего лишь. Светят они зато очень ярко. Сейчас дома попробую, хоть одну заменю и попробую, как они. У нас в гараже такие на работе. Вот говорили, корми овец яблоками. Вот яблоки, вот овцы. Ну, там еще ходят они. У меня как раз здесь свежая травка посеяна. Они ходят, свежую травку щипают. Здесь у меня травка свежая посеяна, в планах здесь делать загон, увеличивать. То стадо уже порядком увеличилось. Сейчас, если они еще этой следующей весной поприносят, стадо будет еще больше. Что в любом случае надо увеличивать загон.
Вот, пойду я сейчас лампы ставить, видео монтировать. Бяшка идет. Бяшка. Вот. Пойду лампы ставить, видео монтировать. Потому что, ну, особо такого ничего не поснимал. Типа видеоотчета. Так что всем пока, всем добра и счастья, удачи и здоровья. Пока-пока. А баран как внимательно смотрит.